Всем привет, товарищи трактористы, мотористы. Вот зацепил вот такого монстра за этого трактора. Предлагаю делать ставки. Будет он пахать им или не будет? Я думаю, что будет. 18 лошадный двигатель должен потянуть его. Итак, погнали. Для чистоты эксперимента предлагаю без участия тракториста попробовать. Если что, будет убегать, мы его догоним. Вот. Пахать мне особо негде, потому что все уже давно спахано. Но вот по росту, думаю, можно сделать в конце огорода. Так. Попробуем. Гидравлику я опустил, сцепление, что тут еще, тут включить реверс, ну поехали, не, не поехали. Что-то я не доключил. Поехали. Нет, без тракториста никак складывается. Ну, блок пашет. Вот даже на такой скорости лезет, пашет. Лезет хорошо и глубоко. И пласт оборачивает. А, опять полез в дебри. Короче, подруливать все-таки надо. Но орудие работоспособное вполне. Приехали. Засадил я его. Короче, нагреб, засадил. Но при определенных регулировках я думаю, что можно им работать. Ничего не отрегулировано, ничего не просто накинул и все. Так что вот такой эксперимент интересный. В общем, по итогу эксперимента, что могу сказать? Плуг этот, ну, лично мое мнение, что он его потянет. Его, естественно, надо отполировать, потому что здесь, ну, вержавь присутствует и налипает нормально. Вот. Все это на плуге привез с огорода. Отполировать надо, настроить угол, сделать так, чтобы диск, это опорное колесо крутилось, потому что она ни хрена не крутится. И тогда я думаю, что вполне по силам этот плужок ему взять. Гидравлика его поднимает. Трактор его тащит. А, ну и грунт. Все-таки сейчас грунт немножко, ну, не готов для пахоты. Сыроватый. Поэтому, если своевременно, если все настроено, отрепетировано, то вполне он его потянет. Все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.